25 января в Махачкале состоялся межрегиональный форум «Национальная система пространственных данных. Полный и точный реестр». Организаторами форума выступило правительство Республики Дагестан и Минимущество РД. В форуме приняли участие более 900 человек. Это гости из 21 региона страны и из 52 муниципалитетов республики. Они обсудили актуальные темы на 5 дискуссионных площадках. Наша 5-я площадка обсуждает разработку документации территориального планирования, которая в последующем выгружается в единый государственный реестр недвижимости. Присутствуют у нас эксперты, приезжие гости из Ставропольского края, из Ростова, наши эксперты из органов исполнительной власти. Скажу так, что есть большая заинтересованность муниципальных образований. У нас большая часть перешла в обсуждение на качестве дискуссионной. Ну, у нас площадка стала дискуссионной, потому что много вопросов с теми проблемами, с которыми сталкиваются. И хочу сказать, что много ответов нашли именно здесь, на этой площадке. В рамках форума также прошло пленарное заседание, на котором глава Дагестана Сергей Меликов обозначил дальнейшие задачи в части реализации пилотного проекта НСПД в регионе и сообщил, что форум может стать ежегодным. Огромное количество земель в Дагестане есть, которые не используются вообще никак. А каждый квадратный метр земли, тем более у нас, с нашими погодными, климатическими условиями, может быть использован максимально эффективно. Он может давать продукцию, эта продукция может реализовываться. Реализация этой продукции уже в денежном эквиваленте может идти на развитие других направлений в Дагестане, в том числе и социальных. Заместитель руководителя Росреестра Татьяна Громова также дала оценку уже проделанной работе региональных властей. Она отметила, что республика реализует программу с опережением ряда других регионов благодаря активной вовлеченности главы региона. Несмотря на такой низкий уровень изначально старта, то есть небольшой объем данных был внесен, я сегодня и все, кто в фильме видели цифры, что вот за год такая была проведена прорывная работа. И я уверена, что она в дальнейшем продолжится. И вот 24-й год, действительно, как Сергей Леонидович сказал, такая постановка задачи не снижать темп, а даже его увеличивать, потому что чем быстрее мы сделаем и внесем информацию о ЕГРН, это реестр, который подтверждает наличие существования объекта, право на него и, собственно говоря, подтверждает границы. Кроме того, Громова отметила, что Дагестан на протяжении долгого времени является активным участником проекта «Земля для туризма». С помощью него власти активно развивают этот вид деятельности. Отметим, что реализация проекта «Национальная система пространственных данных. Полный и точный реестр» откроет большие возможности для республики в решении многих общественных проблем.